больше не влезет. Давай, Танюша. Но упаковывай, заметьте, да? Я задала тенденцию. То есть вот мне нравится. Каждый утро упаковывай спальник. Ну не так. Да, легче затолкать без люка. Ну еще щепки. Ну еще. Давай толкай просто ногой. Значит, коленкой. Шлем! Шлем его упирает! Он влезет. Он должен влезть в любом. Давай, ну еще чуть-чуть осталось. Поплюй. Вазелина надо, с вазелина. Что ты советуешь? Ногой раздеться, да, потом... Он у нас не помог. Это усложнение программы падения велосипеда. Мне кажется, он с каждым разом становится все толще и толще. Растягивается. Давай, Танюша. А, ну да, ей потом еще с земли поднимать. Подумали от девушки. Да, электричка уже уходит. Тебе еще не звонить. Складывай. Тебя сколько человек? Щеку складываешь? Посуду сколько? А шлем-то зачем? Маша, забыла, ты не можешь. Маша, ответь. Не трогай, не трогай. Да, не грусть, главное игрушки не забудь. В речку киньте. Верни, она же плакать будет из своих игрушек. Давай, шевели! Это подстава, кто так положил? Я думаю, что ты можешь уже не спешить, игрушка уже вошла. Не, ну а за второе место она еще может побороться. Игрушка уже вот сейчас. Знает, когда остальные будут укладывать. Обязательно. А у парней бы ты с тобой же не, у них ну, а куда? Хуже? На голову. Делай как ты дом, на плечи. Ну, конечно. Да ты что, это муж сейчас был? Это кто это тебе держит велосипед? Я не понял. Помоги, помоги. Он лежал, у тебя стоял. Свет, у тебя стоял. Я бы сегодня не пустил. Привет.